Абсолютно нет. В части утилизационного сбора я комментировала это неоднократно. Я говорила, что утилизационный сбор не вкладывается в стоимость продукции, которая производится на территории Казахстана. И это никак, мой уход никак не связан с этим. Можете дать оценку всей своей работе, вот то, что вы проделали здесь? Много было инициатив. Я, наверное, сегодня напишу подробный пост, что конкретно было сделано. Если помните, мой первый депутатский запрос был в части того, что необходим комплексный план по наркомании, он был принят. Более того, были разработаны протокола, по которым теперь лечат наших с вами детей в Казахстане. Я очень активно участвовала в рамках нового налогового кодекса, бюджета страны. Последняя инициатива, над которой мы работали с моими коллегами, это было обращение таксомоторных таксистов со всего Казахстана, которые должны были лишиться субсидии, но в рамках работы нам удалось отстоять это. Инициатив на самом деле очень много. Есть инициативы, которые были завершены, а есть инициативы, которые продолжат мои коллеги.